Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, давай посмотрим, какие задания у нас есть. Это белая мгла, могучие деньги, хозяева тропиков, дрожь земли уже запущена и боссы всемирных событий. Но на боссы я, к сожалению, не успел. Так, ну что, белая мгла, наверное, для начала пойдет у нас. Археотерий, энталодон и опять же археотерий. Значит, возьмем здесь шерстистого носорога, синтетоцерас и, наверное, дипротодон. Попробуем вот такой командой, как говорится, вальнуть нашего недруга. Ну что, носорог, давай начнем с атаки сразу же. Надо было вначале мне взять все-таки синтетоцераса, мне кажется. Немножко тут лопухнулся. Ну, надеюсь, все равно будет победа за нами. Так. Ну что, две атаки. Вот, гаденыш, ты посмотри, живет. Не кажется ли громко как-то? Так, потише сделаем чуть-чуть. Раз, два. Раз. Ага, вырубаем. Ну что, энталодон, у него 139 к атаке, то есть, ну, вполне, ребята, есть резон ему нас бомбануть. Ты что, серьезно, что ли? Даже не смог пробить? О, парень. А что я могу сказать? Ну, давай сделаем вот так. Отлично. Вырубаем. И последний, это археотерий. Давай, 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 не жмись. Три атаки, ну, тут понятное дело. Ну что, синтетоцерас, который с удовольствием, ребят, забомбит этого археотерия. Даже глазом не моргнет, хотя, да, вырубает. Все, первая победа за нами, и мы двигаемся дальше. Еще две нужно пройти впереди. Смотрим. Магистотерий, Мегистокурс и Фараракас. То есть здесь у нас два пещерника плюс пустынник идет. Ладно, против пещерников мы возьмем... Ну, можно вот Гастурниса, к примеру, взять. Да, можно взять Гастурниса. А можно сделать немножко по-другому. Уртинотериума можно сюда прихватить. Допустим. Он, в принципе, справится с этими двумя. А вот против Фараракаса можно взять... Блин, против Фараракаса придется брать Мамонта. Ну, и, наверное, возьму на всякий случай Гастурниса. Давай попробуем такой командой. Я думаю, что, в принципе, шанс победить здесь есть. Так, Мегистотерий. В принципе, для нас ничего такого. Блин, нам чуть-чуть не хватает, чтобы его подбить с одной плюшки. В плане, мы все-таки вальнули. А я думал, что нам не хватит там чуть-чуть. Так, он меняется, берет Фараракаса. Но Фараракаса, как ты видишь, атака вообще ни о чем. Да я могу и так забомбить его, в принципе. Давай. Хлоп. Все, и Мегистокурус. Ну что он тут сделает? Две атаки делает, ну все, он сам себя похоронил. До свидания. Второй поединок тоже у нас прошел довольно успешно. Переходим на последний, заключительный. Немножко ДНК тут получаем. Энталодон, Дипротодон и Гигантофия. То есть получается тут разносол. Значит, вот против Энталодона кого мы возьмем? Можно взять Келлинкина, в принципе. А можно взять Индрикотерия. Вопрос. Долларов нет, откатить я никого не смогу. Вот в чем беда. Ну давай я возьму все-таки Келлинкина, наверное. Келлинкина, да? Плюс. Блин, Рематерий. Нет, тут тогда уже взять Паноктуса. Возьмем Паноктуса и, наверное, еще Гастурниса. Хотя против... Ну да, Гастурниса. Давай попробуем вот такой командой. Так, ну что, начну, пожалуй, с атаки. У
Интересно, он будет меняться или все-таки будет атаковать энтелодоном? Он вообще ничего не стал делать. Есть вот такая у меня... Ага, все-таки я правильно подрасчитал. Он будет пытаться меня, наверное, пробить. Да ладно, взял Депротодона. Ну что, против Депротодона у нас пойдет Паноктус. Наверное, я буду все сливать здесь. Раз, два, три. Посмотрим, сможем завалить? Сможем. Так, Энтелодон вышел. 5 атак. Ну, естественно, сейчас, ребят, завалит он, конечно, мне Паноктуса. Ну и сам, ребят, отдуплится тоже. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Да ладно, еще и не хватило пробить. Вы серьезно? Твою налево. Вот это беда. Так, а у нас что получается? Ага, у нас получается классовое преимущество, да? Раз, два. Раз, два, раз. Ага, значит, вот так вот он сделал. Он все-таки решил очки все перекинуть на Гигантофию. Ничего не стал делать, да? Ребят, я попробую прижучить. Есть. Есть контакт. Все у нас получилось. Ну что, 3 победы, значит, получаем с тобой награду. Эй, колесо призов, такое ничтожное на самом деле. Да ты чё? Терезинозавр мне все-таки выпал. Ребята, один у нас уже такой есть. Поэтому будет второй. Надо будет только его вывести. Для начала. В инкубаторе. А инкубатор у меня весь забит, к сожалению, пока. Ну ладно, на будущее мы это запомним. Ну что, переходим тогда к Хотя подожди, у нас же есть ежедневные задания. Вот, ребята, оно закончено, видишь, но приз... Написано, приз получен, но я его не получал. Наверное. Я не уверен, я еще, кстати, не смотрел. Нет, не получал. Не дали мне этот приз, к сожалению. Так, сейчас мы посмотрим. Да, вот у нас Терезинозавр. Он здесь есть. Это у нас обычная легендарная карта. Даже не бриллиантовая, но, тем не менее, все равно приятно будет ее прокачать. Так, ну а мы... Да что ж ты будешь делать? Я все задания хотел. Наши ежедневные. Давай посмотрим. Так, совершить сделку. Увеличивать запас УЗ на 255 монет. Это я, пожалуй, воздержусь. Баксы на Аланку, вы смеетесь. 19 карт устрашения на еду. Это я, пожалуй, соглашусь. Так, еще есть, да? ДНК на часовую башню. Нет, не хочу. Лосматерии на еду. Давай. По-моему, лосматерии мы можем так получать с тобой. Так что ничего страшного здесь нет. И еще ДНК на 1 000 000 еды. Блин, заманчивое предложение, если честно. Но... Ну, я соглашусь. Я соглашусь, друзья. Так, забираем здесь награду. Почему я согласился? Во-первых, у меня есть кого прокачивать. Но не хватает именно еды. Это, во-первых, птерозавр. Вот он, птеранодон. Который готов перейти у нас на 40 уровень. Все. Так, Залмадон. Для этого нужен Залмаксес 40 уровня. Блин, у меня и такого нету. К сожалению. Не заработал еще Залмаксеса. Так, но это еще не все. По-моему, кто-то... Так, вон, иди, разберись. Еще один из динозавров, насколько я помню, тоже у нас готов был прокачаться. Но сейчас мы посмотрим. Посмотрим по этой вот самой шкале. Так, подожди, какие птерозавры? Давай... Юрский, так, смотрим. 20-ка, 20-ка, 30-ка. Ну, тут пока все норм. Лабиринтозавр прокачан. Я точно знаю, что кто-то недокачанный у нас. Подожди, а у нас анкилодок был недокачан, но мы его докачали. Получается, что больше пока никого нету. Странно, я почему-то думал, что у нас кто-то еще есть. Ну, ребят, тогда даже и лучше.
с какой-то стороны, если посмотреть, да, что у нас все прокачаны. Вот у нас терезинозавр, то есть скоро мы сюда добавим второго и прокачаем его до 20 уровня, что будет очень даже хорошо. Так, лабиринтозавр. Ну, пока больше некого мне ставить. Может быть, даже и не нужно. Апатозавр в данный момент у меня стоит на прокачке. Я его поставил сюда, вот он. У нас было их два, теперь будет у нас апатозавр 20 уровня. Но это еще не скоро. Так, давай дальше выполнять задание ежедневное. Что нам еще здесь нужно? А собрать моды. Давай быстренько соберем моды. Естественно, будем тратить деньги, потому что еда нам нужна самим. Причем ее нужно очень много. Так, выпадает нам устрашение. Эти карты, конечно, очень часто выпадают нам. Друзья мои, не забывайте, что сегодня у нас будет Черепашки-ниндзя. Новый, хотел сказать, новый сезон. Новая неделя, сегодня понедельник. Так что будем обязательно проходить. Также не забывай, что получим 50 ДНК на кроликов. Потому что я играл сегодня в Лиге Мастеров, я утвердился. Так что мы останемся на высшей награде. Так, ну что, задание выполнено. Я забираю здесь награды. Открываем набор карточек. Слушай, а с набором карточек у нас проблема. У нас всего лишь один открыт. Использовать... И также ускорение я не смогу сделать. Ё-моё. Печаль-то какая. Ладно, ничего с этим не поделаешь. Пойдем дальше проходить тогда события. Только для редких. Могучие деньги. Только для редких. Окей. Ну что, мы можем начать с Диплотатора. Да и, наверное, с Кулазуха можно... В легкую, я думаю. Погнали. Диплотатор и Кулазух. В принципе, монолофозавра мы сейчас вообще на изи разберем. А Фиакадона тоже, в принципе, да? Ну давай, что ты там сейчас сделаешь. Ну будешь атаковать, наверное, скорее всего. Одну атаку сделал. Одну атаку сделал, одну, наверное, в защиту взял, как всегда, да? Нет! До свидания тогда. Вот он, Афиакадон, 129 к атаке он имеет. Ну, конечно, сейчас он меня тут разберет, понятное дело. Ну, а мы посмотрим, что у нас предложит Кулазух. А Кулазух предлагает очень даже выгодное нам предложение. То есть уничтожаем Афиакадон. Все. Никакой пощады, друзья. Ну что, первый поединок очень даже был легким. Таким простецким. Так, переходим дальше. Опять два монолофозавра. Здесь я возьму карнораптора. Да и, наверное, еще одного карнораптора. Вот почему-то именно на этом событии, ребята, вот этот счетчик, который начисление идет, да, он почему-то не прекращается. Ну что, начнем с атаки, само собой. В любом случае, мы и по хпшке выигрываем здесь, и по атаке. То есть, кстати, карнорапторов этих тоже нужно, мне кажется, прокачать, соединить и прокачать. Давай я возьму два бонусных очка. Естественно, он здесь ставит защиту. Плюс один на переход идет. И получается три атаки. Если он даже сольет... Нет, он не пробьет нас. Конечно, ребят, не пробьет. Тут нам достаточно сделать раз, два, три. Раз, два. Все. Скажем ему до свидания. И приходит следующий. Ну, тут уже 39 уровня. Монолофозавр, как ты видишь. Плюс 4 действия. И он все сливает в атаку. Ну что же я могу сказать, флаг ему в руки. Естественно, он подписал себе смертный приговор, потому что ни защиты, ничего у него не остается. Мы просто берем и тупо его добиваем. Вот и все. Я считаю, что это так и должно было быть. Партия прошла на изи. Так, и последний поединок. Опять же два монолофозавра, только здесь уже 40 и 39 уровень. Я могу, ну, в принципе, взять карнораптора и диплотатора. Диплотатора, конечно, не хотелось бы тратить, но ради такого дела, давай, заюзаем. Ну что, сразу атакую. Кстати, смотри, у нас есть карнораптор 20 уровня и два карнораптора 10 уровня. То есть мы можем сделать себе спокойно 30-ку. Как бы есть смысл, да? Заморочиться, ну и в принципе вывести 30 уровня карнораптора. Я думаю, тут будет еще посолиднее. Ой, ой, дурилка, что ты делаешь, а? Что ты делаешь, скажи-ка мне. Блин, ты смотри-ка.
Но он все равно две защиты поставил, поэтому 3 очка действия у него так остаются. Да ну, ты че, парень, совсем что ли припух? До свидания. Он меня хотел обмануть. Угу. Не вышло у него ничего. Так, 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 так. Ну что, немного денег получили. Плюс 130 очков доверий. Забираем здесь награду какую-то. Окей. Так, что нам еще нужно? Два набора карточек. Так, ускорение. Ускорение я пока не смогу сделать. Использовать канозойку. Да, как же мне вот ускорение сделать? В принципе, это можно сделать на арене. Арена же у нас доступна сегодня. Слушай, хозяин тропиков. Тут, кстати, можно открыть последний пак. Хм, а давай посмотрим. Микропозавр, ох, ёк-макарёк. Микропозавр, крутозавр. Ну давай начнем, Я возьму Эдди Морфодона. Возьму Стегоцератопса. И... Пеликанептерикса. Наверное, так. Я, честно говоря, не совсем уверен, что у меня здесь все пройдет идеально. Но я постараюсь. Ну что, микропозавра попробуем сразу бомбануть. Почти половину здоровья отняли. Радоваться, естественно, пока не стоит. Будет он брать крутозавр? Нет, не будет. Проверочка. Отлично. Вырубаем. Вот крутозавр будет, конечно, покруче. 305 к атаке, плюс у него сейчас только 3. 3 очка на атаку. Скорее всего, он может даже нас вырубить. Да, вырубает. Смотрим, что у нас тут происходит. Ага, мы можем взять Пеликанептерикса и, в принципе... Нет, в принципе, ничего не сделаем пока. Пу-пу-пу-пу. Да, тут прям дилемма какая-то. Давай я сделаю вот так. Одним словом, я сейчас подставляю своего Стегоцератопса под атаку, но он, видишь, ничего не стал делать. Он ничего не стал делать. Если я, например... Сколько мне надо? Да дофигища, да? Раз, два, три. Давай я вот так попробую и здесь взять. Хм, 82 хп ему оставляю. Сколько он будет сливать? 4. Ну что, я скажу следующее. До свидания, пташка. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Посмотрим, на что способен этот Протерогеринус. Что он будет делать? Будет атаковать? Вот, ребята, вот плохо, что он не стал нас бомбить, к сожалению. Но я попробую рискнуть. Е! Е! Риск благородное такое дело, ребят. Особенно, когда ты в выигрыше остаешься. Ну, то есть мы здесь забомбили. Так, это был только первый поединок из четырех. Дальше идет Нундагозавр, Ихтиостега и Диплотатор. Ну, как ты видишь, тут все идет именно амфибии. Так. Мы можем, конечно же, взять Уэрхозавра. Но я возьму, наверное, Топиелозавра. После возьмем Уэрхозавра. И еще бы не помешал, наверное, нам Тропиогоптер. Тропиогоптер. Ну, наверное, лучше вот так сделать все-таки. В общем, очень-очень большие надежды возлагаю я на Топиелозавра. Начну с атаки, как всегда. Ага. А вообще-то надо было мне Тропиогоптера поставить первым, а Топиелозавра поставить вторым в этой череде. Ну-ка. Смотри-ка, все как надо идет, ребят. Не ставит он себе здесь защиту. Естественно, переносит очки дополнительные на Ихтиостегу. 3 атаки. Но ему это не поможет. Он пробить меня не получится у него. Видишь, он даже не стал заморачиваться. Он даже не стал заморачиваться. Поэтому я беру у Эрхозавра как пушечное, ребята, мясо. Но беру за расчет того, что нам бонусные очки перейдут на Тропиогоптера. Соответственно, естественно, мы будем быстрее. Вот, смотри, видишь, что он делает? Понятно, тут уничтожает.
понятное дело. Ну, теперь-то смотри, как получается. Мы делаем следующий ход конем. Раз, два, три. На всякий случай три возьмем. И вот так вот. Все, он тут не жилец. Он тут не жилец, и диплотатор, соответственно, тоже не жилец, потому что три очка действия я перекидываю на топелозавра. И диплотатор, ну, просто физически и морально не сможет нас тут подавить. Даже здесь он не сможет нас подавить, прикинь. Даже здесь мы его раздаем. Я думал, что будет атака, но он не решил все-таки этого сделать, за что и поплатился своей жизнью. Ну что, друзья мои, у нас второй поединок победный, еще два впереди. Как бы раскисать пока не стоит. Ну и обольщаться тоже, потому что здесь саркозух. Опа! Поворот-то какой, друзья мои. Саркозух и хищники пошли. С какого, блин, перепуга хищники так вдруг побежали здесь. Ладно, я возьму птеранодошу. А вот против этих, блин, и на минус будет слишком слаб, мне кажется. Да, слишком слаб. Поэтому беру диплотатора и... Так, это только третий же поединок, да? И, наверное, против Димитродона я возьму, наверное, спинораптора. Окей, давай смотреть, что у нас здесь получится. Ну, естественно, сразу начну с атаки. Не очень приятно будет, если он все-таки поменяется на хищника. И птеранодошу моего ушатает. А он это делает. Он это делает. Ну, правда, не так, конечно, все жестоко, как я думал. Но все равно неприятно. То есть, если я возьму спинораптора, а мне, конечно... Блин, а мне, конечно, лучше взять... Ну, давай спинораптора возьмем. Фиг с ним, ребят. Возьму еще подзащитку себе. Точнее, не подзащитку, а дополнительные очки. А тут посмотрим, как он будет действовать. Две атаки он прописывает мне. Две атаки он мне прописывает. Ну что, наверное, пора его бомбашить. А что делать-то еще? Все, до свидания, парень. Ну, саркозух, конечно, нас уничтожит. 860 к атаке, плюс у него трешечка здесь. Две потратит он. Немножко, конечно, неудачный. Ну, ничего страшного, ребят. Птеранодон знает свое дело, поэтому... Он одну очку действия ставил себе, да? Да. Поэтому мы сделаем раз-два. И вот так. Скажем ему до свидания. И Димитродон. 509 к атаке. 5 очков действий. Не знаю, сколько он потратит. Даже если из расклада 3... Да, 3 он тратит. Соответственно, уничтожает нас, а... Диплотатор, соответственно, уничтожает уже его в ответку. То есть, ну, правильная тактика, ребята, она всегда нам помогает в наших поединках. Поэтому мы здесь одерживаем победу. Ну что, переходим на последний поединок. Надо только глянуть, что нам там подсунут. Акантостега, Эриопс и Прианозух. То есть тут вообще даже... Не обсуждается, ребят. Птеродактиль, Эдиоморфодон. Они просто разнесут в хлам вот эту всю команду, которая здесь стоит. Я еще на всякий случай возьму, знаешь, кого? Самого-самого-самого слабенького, чтобы потом сделать нам три отката. Ты понимаешь, да, к чему я клоню? То есть нам нужно сделать три ускорения. И вот я по откату его завершу. Ну, где у нас там самый слабенький? Ну, вот, например, Лимносцелис. И Лимносцелиса даже можно сделать немножко по-другому. Вот так вот поставить его первым. Это просто элементарный... Ну, понятное дело, что это пушечное мясо. Да куда ж ты? Ну, Рэй, ну зачем ты так сделал? Ну, господи, ну, блин. Да просто тут очень так откатывать долго. Почему я взял самого первого? Ребята, он очень быстро откатится. Там буквально, ну, и... А, подожди, может быть, вот так вот проще? Нет, так не... Так не перелистывается. Ладно, где у нас там? Вот, Диплокаулус. Пускай будет Диплокаулус у нас... То есть, потом мы его сможем, ну, на откате сделать. И, соответственно, ускорение у нас завершится. А здесь, естественно, в свою очередь, мы берем с тобой Птеранодона, который, ну, просто не даст шанса вообще ни одному из этих рептилоидов на выживание. Вообще ни одного. Диплокаус, конечно же, это мясо пушечное, поэтому я возьму просто бонусные очки. Я еще буду удивлен. Он еще и потратился. Клюнул все-таки, да? Ну ты посмотри, сколько у нас атак. 2000, это против Акантостеги. Естественно, одна атака. И вот так вот делаем, выносим. Эриопс то же самое ожидает. Может быть, атаки, конечно, будет побольше. Даже меньше, чем у Акантостеги.
То есть, ну, понятно все, да? Просто задействуем три атаки. Раз, два, три. Раз, два. И выносим его в хлам. И Прянозух. Прянозух вылез. У него, конечно, 222 к атаке, но против ХП птеродактиля тут вообще ничего не сделает. Все. В общем, это событие мы прошли. До свидания. На 13200 была атака сейчас произведена. Ну что, забираем пак. Я надеюсь, там что-нибудь полезное, приятное выпадет для нас. Так, деньга, еда, деньга. И это ихтиостега. Да, как будто зацикленность какая-то у них идет на этой ихтиостеге. Или постоянно мне ее подсовывает. Так, без ограничений у нас тут доступна дрожь земли. Вот, друзья мои, пойдемте, наверное, потихонечку поиграем еще в дрожь земли. Так, что-то я не туда сиганул куда-то. Хотя, почему не туда? Я возьму вот так вот. А что тут, одни хищники, что ли? Я не могу... Это... Как бы тебе... Это так специально сделали, что ли? Что чисто одних хищников поставили? Или что это такое? Я не могу понять. Ладно, Гуанлунь у нас стоит. Так, Дилофазавр, Майонгазавр и Перораптор. Ну, как ты понимаешь, первые бои, они самые простенькие, поэтому я и взял Гуанлуня здесь. Его сейчас снесут, скорее всего, да? Ну давай, Дилофазавр, что ты там жмешься? Что-то жмется, стоит там. Вот, бомбанули. Мы с тобой дальше продолжаем накапливать очки действий. Я нисколько не возражаю, если он еще потратит свои две атаки именно на то, чтобы уничтожить Гуанлуня. Он так и делает. Ну а теперь наша очередь развлекаться. То есть здесь делаем одну атаку. Хлоп. Раз, два, три. Защиту. Все, минус. Сразу же Дилофазавр. Переходим на Майонгазавра. 21 атака. Я прям боюсь, боюсь, боюсь. Ну что ты сделаешь? Молодец, красавчик. Просто красавчик. Раз, два. Раз. Вот так вот сделаем. Минус Майонгазавр. И остается Перораптор. Ну и что? Ну что он сделает, ребят? 3-4 атаки. Да ничего. Даже если он уйдет в глухую защиту, мы его все равно прокусим. Ну что ты там жмешься? Нет, он все-таки решил атаковать. И само собой это бесполезно. Все, ушатываем. Сейчас побежит, смотри. Тын-тын-тын-тын. Так интересно бежит он. Как паучок какой-то. Ну, тут понятно всем было, что, естественно, будет победа за нами. Это просто неизбежно. Что мне тут подсовываете? Так, мы сейчас, наверное, перелетим сразу же. Чего? Мы не перелетели никуда. Мы так и остались в Лиге Детенышей, прикинь? А почему так жестко? Почему так жестко мы передвигаемся, а? Слушай, а где... Я же специально брал на откат. Почему их нету? Не пойму. У них что, откатов здесь нету? Или как это можно вообще понять? Ладно. Возьмем Велоцираптора и, например, Аллозавра. Или вон, Гуанлунь. Посмотрим. Слушай, ну действительно, из Лиги Детенышей мы не выбрались. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну, понятное дело, что я его подставляю как пушечное мясо, этого Гуанлуня нашего, вот этого непрокачанного.
Потому что у нас есть тут более-менее серьезные, как сказать, серьезные динозавры, которые могут просто их разорвать. Просто разорвать. Единственное, что очень долго приходится ожидать по времени. Пока он там, типа, сделает симуляцию раздумья и того подобное. Кстати, почему-то у меня здесь нет моей иконочки. Странно. Куда у меня делась моя аватарочка? Слушай, хорош издеваться, а? На тебе. Сейчас 5 атак сольет. Я так и думал. Конечно же, это была его роковая ошибка, друзья мои. Он все слил абсолютно. Раз, два. Вот так вот сделаем. Хлоп. И нет малофазавра. Гигантозавр. Тоже далеко не ушел. 33 атаки, 129 хп. Ну и что там сделает? Что ты сделаешь, парень? О как. Ну погнали. Раз, два. Раз, два. Тыч. Отлетел. Дилофазавр появляется. Восьмого уровня. Ну, в общем, на нем тоже мы ставим крупный крест. Потому что сейчас 8 атаки прям в лицо. Ой, мало не покажется. На. Вот и весь расклад. И опять мы сейчас с тобой останемся в лиге малышей, да? В лиге детенышей. Нет, смотри-ка, перелетели в добычу. Как-то странно. Хоп, и резко, главное, в лигу добытчиков. Да, я немножко поражен. Ну, что дадут? Ну, конечно, еду. Так, подожди, я вот тут награды хочу забрать. А, мы открыли 3 карточки, да? Слушай, подожди-ка секундочку, а вот здесь вот можно мне хотя бы глянуть? Ребят, я гляну, с вашего позволения. Это кто у нас вообще? Бегемот. Ой. Так, а против бегемота кто хорошо действует? Хищники? То есть, если я сделаю так, так. И вот так. Давай посмотрим. Хочу глянуть, нифига себе, бегемот 93. Ого. Начну с атаки, конечно же. На. Он такой довольно жирный, даже на начальном этапе. 3329 хп. Атака такая, средняя. Тыдыч. А он копит, копит очки действий, я смотрю. О, все прописывает. Фига себе, пол хп отнял. Раз, два. Так вот сделаем. Ну что, первый раунд закончен. Уровень босса 2. Сразу 4500 хп. Вы серьезно? Давай проверим. Твою налево не угадал. Сейчас нам влетит по полной программе. Да. Ну что, ты, Николай, говоришь, давай. Теперь твоя очередь. Врубай его. Второй раунд закончен. Так, третий. Ну, тут уже понятно, 5000 там, наверное, будет, да? А, нет, 4... Ну, почти 5. Почти 5000 сейчас, конечно, вырубит нас. Да, индоминус. Не получится у нас здесь, к сожалению, его прижучить. Чуть-чуть тебе не хватило. А вот нас сейчас, естественно, уничтожат. Ну, по крайней мере, я посмотрел на бегемота 93. Довольно прикольный чувачок. Битва продолжается.
Награды нам, конечно, не видать. Потому что я 15525 урона я нанес. Соответственно, получаем здесь награды в виде ДНК. Ага. Вот, великолепный помощник. Завершено 5 из 89, то есть 89 заданий здесь. Совершите атаки 4 на сумму 5 очков. Ну, в общем, понятно, да, всем здесь, что, к чему и почему. Жалко, конечно, что я не получил вот эту статую. Обидно, конечно. Ну да ладно, мы продолжаем. Зато смотри, сколько здесь этих-то наполучали. Ох, ох. Не забывай, нам нужно 1500, чтобы прокачать. Так, использовать ускорение, кайнозойку. Ну что, я продолжаю наши битвы. Слушай, а может быть мы гарантированно получим это, когда закончится сезон? Возможно. А что вот здесь такое? Дрожь земли. Вот это что за значки такие? Правила. Юрские, редкость. А, вот оно как. Ну что? Я хочу сейчас глянуть те динозавры, которые у меня были. Блин, странно все это как-то. Все это как-то странно. Раз, два. Вот зря я так, наверное, сделал, потому что... Потому что мне еще надо драться. Ну, давай возьмем тогда вот Секоду. Секоду. Сфинако и Ютирану. Поехали. Чисто у нас легенды здесь будут выступать. Вообще-то я их зря здесь взял, друзья, потому что, ну, мы могли бы отыграть еще и обычными своими динозаврами, согласись. Жалко, мы его, конечно, не завалим с одной плюшки. Но получил он знатно по хребтине. Проверочка. Он что, хочет думать, сейчас аллозавра своего прокачает и мне даст ответку? Со своими 30 атаками? А пыль не замучится глотать, а, друзья? Мне кажется, замучается. Все, до свидания. И последний это майонгозавр выползает. Детский лепет. Причем у него всего два пальца. Две фаланги, да? Ха. Ну что ты сделаешь там, кряхтишь. Даже если ты все сольешь, не хватит тебе пробить нас. А я попробую. И все. Вырубили. Так, сейчас мы посмотрим, куда мы переместимся. Тут даже достаточно было взять просто одного, да? Получается. Так, 41 позиция. Дайте мне 100 долларов. Ну, 50 хотя бы. Нет, тебе дают 40 ДНК. Так, погоди секундочку, у нас... Вот тут что такое? А, 3 ПВП сражения. Использую ускорение. Так, а кайнозойскую эру в любом случае, друзья, надо отыграть. Единственное, что кем? Да неким. Поэтому я беру... Кто есть? Баксов даже нету. Так, и выпадает... Слушай, ну... Возможно, возможно. Или невозможно. Ладно, сейчас посмотрим. Он еще ходит первым, а? У него, кстати, тоже олень гигантский, 10 уровня. Угу. Вот так вот он сделал. То есть Рематерий против него будет хорошо, да? Но он же сейчас поменяется, он же сейчас испугается, как всегда. Посмотрим.
Меняется. Архиотерия он взял. Кто у нас хорош против архиотерия? Это как раз гигантский олень. Но со 135 атаками это, конечно, никакие ворота не идет. Будет интересно атаковать он? Нет, он не стал. А вот это уже плохо. Раз, два. Так, у нас против... Да, леденяшка. Леденяшка будет крута. Сейчас посмотрим, что там гигантский олень сделает. Будет все сливать или не будет? Все сливает. Блин, это беда для меня на самом деле. И уйдет усиленная атака, да? Так, оленя я вырубаю. Не смогу я его в любом случае пробить. В любом, ребят, случае не смогу пробить, потому что 625 хп против 85 атак. Это абсолютно неравноправно получается. Абсолютно, ребят. Как бы я здесь не пыхтел, тут просто проще сдаться, мне кажется. Он просто будет гнобить. Хотя не хватило буквально одной атаки, и все. Ладно, моя цель была сыграть одну битву. И я ее сыграл. И я пытался. Ну, не повезло мне с набором противников, которые против меня выступили. Ну, ничего. Раскисать не будем, расстраиваться тоже. Просто заберем награду и использовать еще одно ускорение. 44 доллара. То есть... Так, как ты понимаешь, мы можем... Смотри, высшая лига, почему-то обычный набор, какой-то награда текущей лиги. И плюс главная награда, это Траодон. Немножко непонятно. Ну, например, Метрия Кантазавра возьму. Сколько вот ты стоишь? 23 по откату, да? 23. Например, Дилофозавра возьмем и Эфиакадона. Посмотрим. Мне кажется, что Метрия Кантазавра, наверное, тут со всеми справится. Ну, Иритатор, Зухамим и Аллозавр. Так, в принципе, и получится. То есть, они ему все на один зубок. Все абсолютно. Поехали. Все, Иритатора минус. Дальше идет Зухамим. Ну чего ты там пыхтишь? Блин, сейчас будет ждать до 5. А нет. Пэм. Все-таки влупил. Так, уничтожаем. И выползает Аллозавр. 55 к атаке, как ты видишь. 2 очка действия. Ну, скорее всего, ребят, вот так он сделал. Тогда мы завершаем поединок. В нашу победу, естественно. Все. Готов. Так, ну а мы смотрим... Куда мы переместимся? И переместимся ли вообще? Слушай, мы так и остались в добытчиках, правда. Почти, чуть-чуть нам не хватило, да, буквально одной ступеньки, чтобы перепрыгнуть в следующую лигу. Эть, хавчик, понятно. Ну что, давай возьмем Алангозавра. А с Алангозавром пойдут у нас... По-моему, я задание завершил.
А с лонгозавром, ну, тут бесплатно можно. У нас пойдет, например, гигантозавр и велосираптор. Как-то вот так вот. Карнотавр, тираннозавр и дилофозавр. Ну тут уже противник становится посерьезнее, посильнее. Естественно, нас пока он не догоняет по мощам, но тем не менее. Я не понимаю, почему хищник бьет хвостом? Почему он не может кусануть, например, сразу же, да? Так, тираннозавр, не выпендривайся. Это тебе не к лицу. Так, минус еще один, и дилофозавр появляется. Мне кажется, что 4 очка действий ему здесь вообще никак не помогут. Ну, это просто, ребят, патовая ситуация, где, как мы с тобой в канозойке, то же самое. Ну, заведомо был проигрыш. Тут то же самое. Все. Все, победили. Переходим, естественно, с тобой в следующую лигу. Это у нас выжившие. Колесо удачи на выживших. Давай крутим. Колесо удачи, оно, ребята, я бы назвал его колесо неудачи, потому что мне здесь что-то вообще никак не везет. Надо же, загадка. О, доллары, ДНК и немножко еды. И плюс 15 очков доверий. Все, ежедневки сделали, это мы сделали. Забираем наши награды и смело закругляемся на сегодня. Так, так, еще 40 бакинских, отлично. И аттракцион «Юрский период» я получил, который можно, в принципе, сейчас прям и установить. Так, еще где-то, где-то еще что-то, а, вот. Окей, аттракцион. Ну-ка. Так, у нас заповедник джунг, где еще тут есть, можно его... Ну, давай здесь поставим, разместим. А, он даже не один у нас тут. Ё-моё, сколько я тут... Хе-хе-хей! Откуда столько много наполучал-то? И... аттракцион. Вот прям здесь будет хорошо смотреться. 10 часов строится будет. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.